В нашем археологическом кружке мы создали музей военно-патриотической направленности. Успешно проводим его презентацию по школам города-героя Керчь и активно пытаемся расширить арену своих выступлений. На мастер-классах мы раскрываем нашу идею о создании каждым гражданином России своего персонального музея по краеведению и предлагаем проводить конкурсы своих работ. Через эту технологию познания мы формируем любовь к родине. Патриотов, встречайте! Встречайте скорей, к вам едет музей. На крылах истории родные нам цвета. Крым и Россия вместе навсегда. Противотанковых ежей, колючки ржавой и от горя. Когда же мир придет? Скорей! Наш музей успешно провел презентацию на международной научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» и получил положительные отзывы. А еще на международном слете поисковых отрядов «Партизанская слава», который проходил на Четвердаге, мы были удостоены 3 дипломами и красивейшим кубком. Мы изучаем историю нашего героического края и пишем свои персональные книги. Вот! Воспитанники нашего археологического кружка прикоснулись ко всем памятникам Великой Отечественной в нашем городе и создали атлас в 4 частях на 88 страницах. Представьте только! В результате поисковой деятельности нами обнаружено 27 ошибок на памятниках. И это выявленная информация порождает у нас чувство важности и пользы от проделанной работы. В музее мы показываем более 20 наших рукописных разработок, привлекательности
достигается тем, что они открывают возможность визуального осмысления последовательности исторических событий. Нам удается найти пути художественно-изобразительного изложения исторического материала и на основе только ключевых, кратких, систематизированных опорных данных. Все это позволяет эффективно участвовать в вахте памяти, проводить мастер-классы, тематические занятия, встречи, дискуссии и классные часы. Наш город Керчь считается родиной Ахилла, поэтому наша разработка «Троянская война в картинках» для керчан очень актуальна. Нам удалось всего на двух листах формата А4 в стиле комикс раскрыть перед взором все важнейшие события и имена героев Троянской войны. А вот интереснейшая история, послужившая причиной создания работы, которую мы назвали «Хождение по 8 бастионам Севастополя». По воле судьбы в нашем городе оказался фрагмент памятника Крымской войны, который был изготовлен руками самих англичан. Так вот, нам удалось пройти путь от нашего фрагмента памятника до такого же, полного памятника, заново изготовленного и установленного в Севастополе. А созданный нами отчет, по словам севастопольцев, получился феноменальным. И еще, работа по этой тематике может иметь большое продолжение, и оно заключается в том, что мы планируем пригласить англичан и совместно обустроить археологический скверик у нашего фрагмента. Мы гордимся нашей разработкой, уникальным планшетом «Великая Отечественная война в Крыму». Планшет удобен для учителей истории и для школьных кабинетов боевой славы. Далее. Очень привлекает внимание красочная работа «Исследование цветов флага России». Она представляет собой методический материал для увлекательного изучения истории России. Цель этой методики – заинтересовать нас, школьников, в создании такой же, собственноручной, подобной работы, построением частокола сражений и с подбором иллюстраций в хронике хронологических событий. Работа по этой методике увлекает и приносит плоды. Наш музей существенно расширяет нам кругозор. И как результат, мы заработали за год 5 дипломов на Олимпиаде по краеведению. Таким образом, в детском передвижном музее мы сформировали познавательный материал о нашем героическом крае. И этот материал стал фундаментом для просветительской и патриотической работы. Приглашаем вас в наш археологический кружок посмотреть экспонаты музея. Приглашайте и вы нас к себе. И тогда вы поймете, что мы достойные наследники победы. И мы честно служим Отечеству. Да! Клятва краеведа, песня наша. Краеведу ловким смелым надо быть, упорством и трудом авторитет добыть. Эти годы не забудем до волос седых, памяти народной мысли труд и поезд молодых. Должен раскопать тайны жизни прошлой, лозунг краеведа, никаких преград. Путь у краеведа будет всегда сложным.